проверяли? Закон? Нет, не проверяли. А что, уже построено давно? Строительство на территории национального парка без разрешения запрещено. Однако в ходе проверки природоохрана и прокуратура обнаружила жилые дома, которые не только возвели, уже успели подвести коммуникации. Между тем, контролировать, что строится на территории, должны сотрудники заповедника. Вопрос строительства должен быть согласован с Минприроды России. В случае отсутствия такого согласования, отсутствия согласования строительства, должностными лицами национального парка должны быть приняты соответствующие меры реагирования к нарушителям. В настоящее время в связи с установленными фактами строительства на территории на самоохраняемой природной территории прокуратурой запрошены все, проводится проверка с целью дачи оценки полноты и законности принимаемых национальным парком мер. Печальная история из состояния природы. Берег озера Белое превратили в свалку. Сотрудники нацпарка обязаны штрафовать тех, кто мусорит, а еще пресекать и факты незаконной ловли рыбы, вести учет изъятых снастей. При изъятии незаконных орудий лова, данные орудия лова должны храниться в специально отведенном месте, подвергаются строгому учету и отчетности эти орудия лова. Вместе с тем, в настоящее время прокуратурой установлен факт по предварительным данным расхождения с находящимся на складе национального парка незаконных орудий лова, изъятых, с фактическим учетом их в журнале. На территории одного из озер природоохранной прокуратуры обнаружен пирс, построенный незаконно. Природа пострадала и от огня. Примерно месяц назад здесь произошел лесной пожар, факт которого скрыли. Кроме того, животных в нацпарке кормили зерном, хранящимся в антисанитарных условиях. В помещении обосновались грызуны. По закону их не должно здесь быть. Пока проверка не завершена, по ее итогам природоохранной прокуратуры будет принято решение о наказании ответственных лиц, а также их обяжут устранить выявленные нарушения. Денис Леева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».